Сосногорскын Матащур солыш петкі чесны рушия салужня, а на езлан лыды своуш воасода. Ближе для нас, для северян, это все, потому что зима у нас очень длинная, и лыжный спорт очень развит, как в республике Коми в целом, так и в Сосногорском районе, тем более. У нас отличная лыжня, очень много людей занимается лыжным спортом, и детей, и взрослых. Лыжный спорт продолжает развиваться, поэтому для нас лыжный спорт имеет огромное значение. Кукшурск жнюлет во, чем я во, а февраль спортивный, чем я тылыш. Котравны Сосногорскын восны рыдбуж ясын. Это наш любимый вид спорта. И сами занимались раньше, дети занимались. Это пришло в привычку. По выходным, правда, только катаемся, но с удовольствием. Хорошее настроение у всех. Народу много. И очень радует, что родители приходят с детьми и этому спорту посвящают много внимания, уделяют. Волков яслен, чем я возьмусь честь, да боже, ты смедво джакую места, а гайшин я сбура петка честная куем чупаден. Чем я сбурен, котор ты сны ставан, нен, чуч уж юрт яс. Ен бе ачу лядлен киркан уже лыш яс, пыр пашталене тор я костюм яс. Мы принимаем каждый год, мы участвуем в этих замечательных всероссийских мероприятиях, особенно Лыжня России, это наше любимое мероприятие, потому что мы нашим семейным, дружным домом детского творчества радуем людей, настраиваем на позитив всех здесь присутствующих. Ну что, котертысны и спортсмен, ветеран, детсад сачеляй, дошкольники, ас, техникум ясен делать чущас. А ну что, я немало на тренер, я шуам Александр и Галина Ветров, я с Юлия Ступаклан веледущас. Я считаю, что лыжный спорт нельзя забывать, потому что спорт номер один не только у нас, но и в республике. Поэтому надо работать, надо тренироваться. Это, во-первых, здоровье. Не все будут чемпионами, но здоровыми должны быть все. У нас такие хорошие традиции. У нас все-таки есть и олимпийские чемпионы. Сосногорск. Пожалуйста, наш чайный. Это святое дело. Рощия салыжня, абу самынорды еще мной спорт лангаш, котыр тыщи ясного десныга жапан еще мяс, вермущи ясы скупыда чоломалысны.